Волжский закат и чудесная музыка. Сочетание, которое не оставило жителей Самары равнодушными. На склоне Площади Славы развернулся гала-концерт фестиваля на сопках Маньчжурии. Среди выступающих основателей фестиваля – Самарский муниципальный духовой оркестр. Главный дирижер коллектива отмечает, когда чувствуется поддержка Министерства культуры России и администрации города, а также горячий прием зрителей, играть – одно удовольствие. Горд тем, что с 13-го года мы стояли у колыбели этого, мы здесь в Самаре, наш оркестр стоял у колыбели этого фестиваля, который вырос в настоящий праздник духовой музыки, праздник, в общем-то, памяти в какой-то степени. Наши гости из 12 городов Российской Федерации и 4 федеральных округов единодушно ошарашены. Причем я-то их давно знаю, я вижу, что это не лесть. Эти слова подтверждают и гости фестиваля из других городов. Все они уходили со сцены в сильных эмоциях от организации и встречи с самарским зрителем. На других фестивалях говорят, как вот у нас фестиваль. Я говорю, знаете, у вас хорошо, но в Самаре лучше. Это откровенно. Все очень здорово организовано. Ну, очень хорошее впечатление. Конечно, есть лимит времени выступления, но мы бы хотели бы до утра работать. У нас силы для этого есть, потому что публика... Нас любит, публика нам аплодирует. А что еще больше можно иметь для счастья? А завершился гала-концерт выступлением большого сводного оркестра. Все 500 участников вышли на одну сцену и слаженно исполнили несколько мелодий. Спасибо большое, Самара, спасибо. Мы уверены, что мы сюда будем возвращаться и с новыми коллективами, и с новыми идеями. Спасибо и низкий всем поклон. Благодарим! Исполнили и легендарный вальс на сопках Маньчжурии. Игрой оркестра в этот момент руководил Марк Коган. Завершился фестиваль знаменитым прощанием славянки. Дирижировал сводным оркестром Михаил Брызгалов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.